Всем привет, друзья, с вами Стормин, и сегодня мы будем изготавливать оружие. Арсенал демонов-нетопырей. Давайте вспомним, где его можно найти. Кто смотрел предыдущее видео, тот помнит. А кто не смотрел, то скажу, что в бастионе нетопырей демонов, вот здесь после зачистки всего данжа, можно изучить вот в этих свитках. Ну а теперь мы направляемся до дома. И сейчас будем крафтить. Итак, нам нужен для этого Элдариум в слитках. Так, 96 штук у нас пока. Ну, я думаю, этого хватит. Итак, что мы имеем? Давайте сейчас попробуем скрафтить вот этот шлем, обличье нетопыря. Уже подготовлено все к его крафту. Совершенно легкая подкладка, слоистский шелк и Элдариум. Так, ну пока он крафтится, мы будем изготавливать тот самый арсенал оружия. Называется он, как бы все они называются оружием Нергала. Ну, давайте сделаем длинный меч и топор. Крафтится довольно-таки долго, поэтому пока крафтится, пропустим этот момент. Итак, вот уже вечер, поздний вечер. Они скрафтились. Ну давайте что, посмотрим. Обличие нетопыря, шлем. Что он имеет? Прочность доспехов небольшая, 32. Но бонус. Бонус. Так, давайте посмотрим по характеристикам, что мы имеем на данный момент. И сейчас попробуем надеть его, что будем иметь после. Вот так вот он выглядит, с такими рогами или ушами, как бы, нетопыря. Ну что ж, мы видим, да, живучесть прибавил, выдержка, да, ну, несущественно, но что-то, какая-то прибавка есть все-таки. Но, смотрите, 820 броня, после смены 964, ну то есть броня слишком низкая. Я не знаю, компенсирует ли это прибавление, нет ли. Так, ну а теперь проверяем топор. Давайте смотрим, друзья, его характеристики. Итак, боевой топор Нергала. Урон за 50, пробивание 0, истощение. Это, я так понимаю, друзья, что он будет вытягивать силы с противника. Вот такие вот удары он наносит. Быстро, довольно-таки быстро. Теперь посмотрим на двуручный меч. Ну что ж. Не такой, ну хотя, в принципе, я бы не сказал, что не такой быстрый. Тоже довольно-таки быстрый, достаточно быстрый меч. Давайте посмотрим его характеристики. Так, это уже за 60 урон, пробивание хорошее. Увечье, ну и тоже истощение, ну и прочность 1700 с лишним. Довольно-таки неплохие вообще оружие, неплохое оружие из этого арсенала. Но у меня на этом все. До новых встреч!